Всем привет, с вами Тразиция, мы продолжаем прохождение игры под названием SnowRunner. В этой серии мы займемся миссией под названием «Мощный фундамент». Жизнь отшельника налаживается. Теперь он хочет построить дом у черта на рогах и заказал бетон для фундамента. Получится организовать доставку. Доставить к дому Нортона бетонная плита. Рекомендуется грузовик с краном. Награда 400, опыта 3000 денег. Смотрите, у нас есть два варианта. У клуба буровой поднять краном бетонную плиту, либо купить ее на складе рядом с дамбой. Но это будет более долгий маршрут. И вот будем использовать грузовик International Paystar 5070. Всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали! Поднимаем сейчас бетонную плиту и грузим ее в кузов. Поднимаем стрелу выше. Не бросаем. Упаковываем груз. Убираем стрелу. И едем. Самое главное, только не перевернуться. Придется вызывать аварийную бригаду спасательную. В виде другого грузовика с лебедкой. Здесь картин слегка. Бензин, надеюсь, нам хватит тут доехать до дома Нортона. Бортом отличная погода, ясно, без осадков. Песочек. Подходим. Не торопимся, полегонечку, потихонечку. Не хотел. Ну что ты? Забыл как ехать? Отлично, отлично, едем. Аккуратненько. Без склон. Дорога под уклоном.
можете спокойно перевернуться, как я понял. Подъедем слева. Не будем рисковать. Есть шанс перевернуться. Лебедка не автономная стоит, так что нам она не поможет. Отличненько, отличненько. Тише едешь, дальше будешь. Да? Мы поможем Нортону. Так, тормози, дружок. Весь какая опасная. Так и норовить перевернуть грузовик. Меня мы добрались до точки. Аккуратненько поднимемся. Мощный фундамент, крепкий фундамент, основа всего. Что ж, удачи ему. Спасибо за помощь. 400 опыта, 3000 денег. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Тразитс, увидимся в следующей серии. Всем пока.